Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем вам, чем можно кормить геккона. Этот необычный малыш – ресничный геккон-бананоед. В природе они живут на деревьях, а в неволе их помещают в террариум. Взрослые бананоеды могут потерять свой хвост, поэтому нужно быть с ними очень осторожным. Гекконы очень интересных поведений и в целом неприхотливы, поэтому подходят для содержания дома. Но чем же кормить этого зверька? Из названия бананоеда можно догадаться, что он любит бананы. Пюре из фруктов, таких как банан, манго, абрикос, будет для этого питомца отличной пищей. Кормить его нужно не чаще, чем 2-3 раза в неделю. Гекконам можно давать насекомых. Сверчки и кузнечики возбуждают в них охотничий инстинкт. Можно присыпать насекомых кальцием. Главное, чтобы сверчки не были по размеру больше, чем пространство между глазами бананоеда. Иначе он может задохнуться или пострадать от насекомого. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! В питании такого питомца необходимо добавлять специальные витамины. Порошок, содержащий кальций и витамин D3, смешивают с водой до образования пасты и ставят террариум к бананоеду. Благодаря этим добавкам в пищу ваш геккон будет здоров. Кормить бананоеда лучше на закате или ночью, так как это время их активности и бодрствования. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте.